В холле сессионного зала горсовета шумно. И это не подготовка к заседанию народных избранников. Для кирманцев минувшая суббота выдалась необычной. Им представилась возможность присутствовать на презентации программы «Европейское образование». Студенты, горожане, среди собравшихся люди всех возрастов. Зал почти полон, ведь это предложение практически не имеет возрастного ограничения. Если вам исполнилось 18 лет, вы смело можете подавать документы в польский вузы. Программа акцептирована для всех желающих от 18 до 60 лет, которые хотят получить образование в Польше. Есть возможность образования, как находясь в Украине, дистанционное образование в Польше, есть возможность выехать в Польшу и учиться и работать одновременно, используя систему дистанционного образования, а также образование по субботам, по воскресеньям. Эта программа особо актуальна тем, что все желающие, пройдя обучение в польских вузах, получают дипломы европейского образца, а они признаются во всех странах ЕС. Как подчеркнул Максим Малицкий, цель мероприятия – познакомить как можно больше людей, в том числе и акерманцев, с возможностью получить дополнительное образование и со временем, и работать на Западе. В настоящее время разработана программа по двум польским университетам. Это Высшая школа международных отношений американистики, Высшая школа связи, политологии и отношений международных, а также партнерских польских вузов. Это Польско-японская академия информационных технологий и Вирджинский университет в США, штат Флорида. Дистанционная программа обучения в наше время не только доступна, но и удобна. Студенты, находясь в Украине, только несколько раз в год отправляются в Польшу для сдачи сессии. А если возникли финансовые или другие трудности, то можно и один раз приехать, рассказывает Максим Малицкий. Также для всех желающих есть возможность приехать в Польшу дополнительно на съезды, которые мы организуем для наших студентов. А также есть возможность воспользоваться преимуществами обучаться на базе наших университетов в Украине. В настоящее время у нас есть ряд партнерских вузов, в которые могут приезжать наши студенты. Будут представители из Польши, также из американских вузов, где будут вести начитку информации. В 4 городах Польши мы разработали программу совместно с нашим учебным заведением возможности бесплатного образования на базе швейцарского центра эдукации. Это после лицейной школы, то есть это образование для всех, кто хочет и учиться, и работать. В ходе встречи Максим Малицкий подробно рассказал о том, какие документы необходимо собрать для поступления, какова стоимость первоначального взноса и студенческого залога, а также об условиях учебы, проживания и трудоустройства. Он подчеркнул, что одним из важных факторов обучения за границей является освоение польского языка. Особенность данной программы, что первые полгода все студенты получают массированный курс польского языка. Первые полгода, суббота-воскресенье, полгода все наши студенты будут получать массированный курс польского языка. Для чего он нужен? Во-первых, человек сможет адаптироваться, и в следующей ситуации человек сможет в будущем найти себе более-менее привлекательную работу. Почему? Потому что все мы понимаем, что в Польше основной критерий найти работу – это все-таки навыки, опыт, ну и знания польского языка. В конце встречи все желающие получили ответы на интересующие их вопросы. Отныне получение диплома европейского образца – это реальность, которой могут воспользоваться все желающие акерманцы. Татьяна Карпенко, Виталий Солодухин, Бессарабия ТВ.